Вот так, я сейчас закрою тут, а то уличный свет меня забивает. Раз, два, три. Все, как будто бы направилось, да? Да, нормально. Да. Меня слыхать? Слыхать. Так, Володя, зажги здесь свет. И там маленько придернешь шторку, вот эту вот. Так, слушаю, говори. Христос воскресе. Воистину воскресе. И вот некоторые вопросы хотел задать. Давай, жду. Некоторые я даже задавал, но мне по-разному отвечали. И я просто хотел, чтобы от вас ответ послушать. Слушай. Это по заповеди блаженства, которая звучит «блаженны нищие духом». И вот «блаженны нищие духом» – это вот как понять, каким духом нищие? И, ну, вот такой вопрос. Настроением душевным. Все время в себя ощущает немощь, недостаток. Я ничего сам не могу. Это делает только Бог. Нищета. Нищий, простой, который, он, у него нет ни на хлеб, нет ни на жилье. Он зависимый от Бога везде. Так и в духовном плане. Я бы сделал, кажется, я все-таки кончал, учился. А я осознаю, это не тот уровень. Я не могу ничего делать. Я немощь и нищ. Нищ совершенно. И поэтому я прошу у Бога. Все и во всем Бог. Потому что Он мне дал, я ответил. Мне это нельзя было ни запомнить, ни понять. Нищета духа, ощущение внутреннее, рассмотрение, что я совершенно никакой перед Богом. Нуль. Апостол Павел говорит, и сеющий, и поливающий... Ничто. Нуль. Это нищета духовная. Духом, да, то есть настроением, которое внутри меня превозмогает все. Я не скажу, я полон, как мех вином, поэтому мудрость такая, Давид говорит, в том плане он говорил правильно, а который сейчас, сегодня, этого недостаточно. Мы ощущаем полную, совершенную неспособность что-либо решить, сделать правильно, ответить, подобрать нужный ответ. Первый вопрос всегда решается, надо ли отвечать. А потом уже сколько вариантов. Я отвечу так, а он так. Это как шахматная игра. Я не знаю как, я доверяю Богу, доверяю. А потом меня спрашивают, а почему вы так ответили? Я не знаю, это не мои слова, это Бог сказал. Бог через мой язык сказал. Почему? Я открыл место Писания, а не то, что там я слышу. Я не слышал голосов никаких. Бог положил мне мысль прочитать, и вы согласились с этим. Почему? Ну, это так Бог сделал. Вот так. Ясно. То есть это от своих каких-то даров, талантов не зависит, да? Нет, что... это... И даже дары, таланты – это от Бога. Что ты получил, чего ты не получил, Павел говорит. Чего ты хвалишься тогда? У тебя все – глаза, уши, рот, земля, воздух, желания, мышцы – это все Божье. Я Богу принадлежу. Ты соткал меня внутри матери. Псалом 138. Зародыши мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены. Он знал, какие у меня будут сочленения, пальцы. И это все его. Плодородие земли его. Я ничего сам не могу. Все и во всем Бог. Это нищета духовная. Понятно. А сатана говорит, я сяду среди звезд. На север, на краю севера и прочее. 14 глава пророка Исаии. Иезекииля 28 глава. Он гордый, пал от гордости. Это апостол Павел выводит из того стиха, где говорится, что во пресвитера, в священники, не ставить из вновь пришедших, из новоначальных, чтобы он не возгордился, не пал вместе с сатаною. То есть сатана пал от гордости. Mm-hmm. Это Иоанн Златоуст. То есть нищие духом это как бы и смиренные они очень, да? Смиренные это просто я не смиренные, это бывает от природы такое. А это ощущение в себе полной немощи, зависимости от Бога. Я не могу ничего. Все ясно. Я в полном сознании, ума осознаю, что даже я кто-то соображаю, бывает, я иногда соображу. Но это не мое, это твое. Я нищий и гол. Ясно. Это в Откровении говорится. Ты говоришь, разбогател, ни в чем не имеешь нужду, а не знаешь, что ты и нищ, и гол, и слеп. Угу. Понял. А вот второй вопрос таков. Времена меняются,
И а Слово Божие не меняется, оно как было неизменно, так и есть ведь. А оправдывается ли это вот в наши современные времена человека, как сказать, оправдываются ли какие-то послабления там или еще что-то? Ну, может ли человек сказать, что сейчас я не в силах, допустим, что-то выполнять евангельское или еще что-то, как бы Слово Божие следовать, из-за того, что вот сейчас такое тяжелое, трудное для кого-то время, может быть, или еще что-то. Вот это может ли служить оправданием? Вот. Никогда и ни для кого. Слово Божие навеки дано. Но бывает иногда такое, что написано: не ешьте задавленного зверем, звероядина. И особый ценитель канонов, протопоп Авакум, когда в Дауре он был сослан под водительством, присмотром воеводы Пашкова, когда 470 своих солдат он уморил, он говорит: я, аз многогрешный, приложился звероядины. Звери там лося заели, а я взял кости и там долбил мозг, достал, чтобы ребятишек покормить-то. Ну, когда приехал он, очистительные молитвы есть. То есть это ему выхода никакого не было. Смерть. Смерть. И поэтому он оправдание это то, что ты мог умереть. Но и нарушить здесь ничего никому ты во вреда-то не делал. Бог это имеет в виду. В нормальной обстановке. Это и сегодня может быть такое. Нарушение поста. Вот во время Великого Поста рыба запрещается. Только на Благовещение и на Верное Воскресенье. А в Соловецком монастыре сущи, то есть сушеная рыба. Почему? А у них хлеба-то никакого нету. У них нет хлеба, и они, и понятно. Но мясо нигде не разрешается, нигде. Вот так. Это понятно, да, телесного поста ясно. А вот такой еще вопрос. Вот, допустим, некоторые священники говорят, что... Ну, как сказать, если суровую эпитемию как бы наложить на прихожанина, на верующего человека, то он может вообще потом и не прийти, и вообще от веры отпасть, от церкви отпасть, перестать приходить на богослужение. Евгений, не надо рассуждать. Бог сказал, и ты выполни все на этом. Суровая эпитемия, эти батюшки называются любвисты. Они развратили все. Почему вот на дорогах, чем строже, больше нарушений, тем строже закон принимается? Отнимают права, штрафуют. Сейчас такой штраф, ты полжизни будешь работать. Никогда не было так, чтобы сказали: сейчас такой человек слабый, ну мало там он с устатку выпил, но вот там у него лишнее там промилле и прочее. Еще подобного. По полной катушке дадут. А в духовном то же самое. Мы живем в том же городе, где все. Эпитемии, которые у нас есть, ни у кого больше нету, ни в одном храме. У нас такая же, такие же люди, и так же впадают в грех, могут там бороду побить. Ну, такого нет там, чтобы там аборт или что-то такого. Такого нету. Ну, такое вот. Пост там нарушил кто-то, где-то был там. Пост нарушил, отлучается там на 2 года. И он стоит, бороду подправил, пока не выросла. Он глухонемой. И стоял вместе с оглашенными. То есть, а если человек в блуд впадет, например? Значит, у него там канон апостола этого Василия Великого. Если мужчина там, то на 7 лет, на 5 лет. Если прелюбодеяние, ты женат был там на 7 лет, а женщина на 10 лет. И Василий Великий говорит, это несправедливо, один и тот же грех. Но по-другому пока нельзя. Но 40-то большие, то есть и их тоже надо выполнять? А как же, получается? Как же. Сотрудничание с врагами, когда они были, и вот сексотищели, которые епископы были, и кого-то арестовали, и кто-то где-то был убит, срок отлучения до 30 лет. А он уйдет. Ну, это его выбор, он взял выбор. Да, рассуждать не надо. А он уйдет, не придет. Да он и не уйдет. Это он с собой распоряжается, он вольный казак. Канон, его надо выполнить. Вот как начинается пост, так бабки все лезут. Батюшка, разреши, гастрит, перитонит там. У нас ни одна не подойдет. Батюшка заранее объявил, бесполезное дело. Я не власти над канонами. Мое дело объявить. А я нарушу. Но нарушу, будешь мне в церкви стоять, в коридоре, на улице. А уйдешь, да. И мы никого не держим, дверь открытая. Встань и уходи. Перед Богом я должен оправдаться. Я блюститель законов этих. Понятно. Угу. Спасибо. Аллилуйя. С этим ясно все. Далее такой вопрос.
Это немножко уже такого практического характера. Я в ваших роликах что-то посмотрел... У вас сильный свет падает на лицо, прям белое все. Где-то это там... у нас солнце то взойдет. Вот так лучше, так пускай будет. Ага. И там это... Вопрос, я ролики ваши видел некоторые по поводу вспашки земли, как правильно пахать землю. Да. И там вот ответы были, но я хотел вот именно в видеоварианте от вас ответ вот получить, как правильно вспахивать. Вы там интересную очень мысль сказали, как правильно вот с черноземом обращаться, и чтобы урожай был хороший. И... Так это не я сказал, это там же указано, какой Фолкнер американский написал книгу «Безумие пахаря». И у нас сосед так и делал, специальная сеялка, у нас такие, кажется, не делают. И он вот как убирает осенью урожай, все, он не прикасается. И весной по этой стерне, которая остается там, она сразу врезает и туда зерна кладет. И они вырастают, сорняка нету, влагу никуда-то, влага вся здесь находится, и она не выпаривается там. И пыльной бури никогда нету. Ну что это говорить? И урожай в два раза больше. А, ясно, ясно. А вы не пробовали так у себя? Я не пробовал, я не пахарь, у меня ничего нету. А ваш брат, священник Иоанн? Ну, брата нет, там фермер, который есть, он так не может. Это дорогие сеялки и прочее. Но рядом, который к нам, он приезжает в гости, Андрей Долгов. Ну, нашего еще фермера там 180 гектаров, а у этого 6500. Тысяч одного. Сколько? 6500. Гектаров? Да. 6500? Да. Ничего себе, это у кого это? Рядом в деревне Женя Долгов с нами живет. Наш, так сказать, близко знакомый. Подстепная, скажите. В Потеряевке, да? Подстепная, Подстепная. Это 16 километров от нас. Ну, он приезжает, он с нами на благовестие ездил. Ты опять свет там дайдал лишний, убери его, закрой. Понял, понял. Вот так вот лучше, вот так вот. А то лица не видать, просто белое пятно. Да, я понял. Так, слушаю. Хорошо. Ладно, это об этом ясно все. Далее, такой вот вопрос. Я вот иногда занимаюсь авторской песней. Ну, концерты свои, позитивные такие, песни хорошие. Есть и о Христе песни некоторые, то есть специальный такой это блок, как бы, песен 10-12, наверное, вот на эту тему. И такие, и тоже, ну, просто позитивные. Вот. И у меня иногда, я договариваюсь с домами культуры, там, и в некоторых местах могу выступать вот так вот. Ну, я очень редко это делаю. Но, тем не менее, есть такая возможность. То есть администрация меня знает, и директора там, вот некоторые знают, что я бард, автор-исполнитель своих песен. И они как-то способствуют, даже помогают иногда, то есть дают зеленый свет на сцену. Но я хотел вот с вами посоветоваться, могу ли я, допустим, если у меня создастся такая возможность на своих концертах, там, перед концертами или после концерта, раздавать людям Евангелие бесплатно, которые захотят это, принять Евангелие. Конечно. Эта мысль очень хорошая. А я хотел спросить, вот на слова кто эти пишет вам для песен? Я сам. Так. Сам. А нельзя бы как-то их посмотреть? Вы выставьте в Mail.ru несколько песен. И слова, и музыку, и тексты, все сам, и пою сам. Так, а вы не хотели бы попробовать вот на мои стихи зайти, они у меня напечатанные, и взять их на музыку? Это для меня трудно, тяжело. То а вы слышали, на мои стихи поет Виктор Савченко, он музыку я сам. Я слышу, да, ну, слышал. Да. Угу. Мне понравилось. Ну, у вас и выступление на Пасху там было, вот они пели, да, тоже. Ну там что-то другие. А, вы только свои, значит, делаете. А вот где вы... Были там новоапостольские и прочее. В них хорошие стихотворения, песнопения-то? Ну, есть неплохие, очень даже хорошие. Ну, так есть. А их нельзя там со сцены петь-то? Я, в общем, это, ихние песни возьму и как-нибудь вам там пришлю. И я имею в виду,
Я вот как, я только свои могу сочинять и музыку на свои придумывать. На чужие я не профессионал, я самодеятельный артист. И для меня очень трудно на чужое, на чужой стих придумать музыку. Трудновато это. Ну, я, может, и могу это сделать, но очень трудно для меня. Это нелегко у меня идет. А вот свои песни, как говорится, ну как, которые я написал, знаю, иногда и сразу песни, и текст, и музыка сразу иногда идет. А иногда стих придумывается, стих сначала, а потом уже музыка. А вы все-таки попробуйте, посчитайте стихи. Виктор Савченко, Виктор Николаевич, вот он, мои стихотворения, я только напишу, он где-то стихотворение 80, наверное, положил на музыку, поет. Вот есть такие строительные ответы, вы слышали? Да. Дьякон возглашает премудрость воинам, то есть распрямите, станьте прямо. Не в дремоте, как боевые кони, готовы в бой через брустверы и ямы. И есть такие вот, допустим, моя биография, где написано «Пример к себе своим воображением». Там есть такое последнее так. «Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня гнались до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощай, земля, азар, закон ограда. Мой труд следы считайте по слогам». Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Да, хорошее стихотворение. У меня есть хорошее. Такое на море было, когда случается большая беда, корабль опрокидывается. И я в конце, последняя строчка. «Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой». Тоже прекрасно. А вот у меня такое стихотворение «Свет божественной любви». Ну, может быть, его еще надо там немного отредактировать, но оно вот так вот звучит. «Свет божественной любви ты в свое сердце восприми. Среди хаоса, мрака, тьмы веру правую храни. И всем, кто встретится в пути, дари тепло своей души, исполнив заповедь любви». И что-то там еще. Ну, в общем, я забыл одну строчку, но там, как сказать, о Христе есть что-то. Христа храни. Вот что-то такое. Вот. Я просто забыл это в рифму, как, но тем не менее. Ну, понятно, понятно. Ну, вы все-таки загляните ко мне и найдете стихотворение, которое не положено на музыку. А оно может у вас сразу... Или есть такие стихотворения у меня, они прямо только считаешь, она даже не считается, она напевается. Приходит мотив. Иногда даже схожи. Вот. Да, такое бывает, да, сочиняешь музыку. «Костер» у нас... У меня песня написана отдельно для костра. Костровая песня. «Гори, костер, гори». И отдельно для лагеря. «Лагерь сам в степи, на навозной куще, что может быть круче?» Вот там ребятишки поют. Ну ладно. Так, еще вопрос. Так, и вот, значит, вот эти вот концерты, ну, авторской песни и вот раздача Евангелия, это, естественно, ну как, я так считаю, что надо делать с разрешения местного священника и с благословения его. То есть не... Евангелие раздавать, никакого благословения не надо, это прямое повеление. Боже, священник тут ни при чем, но ему можете сказать «благословите», а он скажет «я не разрешаю», тогда никакого благословения не надо. Он не может запрещать, это превышение полномочий, он просто антихристом будет. А вот вы своей авторской песни, тут как скажет, так и сделаете. Ясно. Понял, Евангелие понял. Раздавать никаких священников, ни епископов, ни патриархов нет. Это мое дело. Я приобретаю, я дарю. Блаженные благовествующие. Прекрасные ноги благовествующих мир. Понял. Это ясно. Спасибо. И данное такое, следующий вопрос. Вместо «спасибо» говори «спаси Христос» всегда. Спаси Христос, да. Да, и на людях везде привыкни это дело. Это другой результат будет. Слушаю дальше.
Вот сейчас я недавно прочитал в интернете тоже, проводится акция всероссийская, всероссийского масштаба, акция «Евангелие в каждый дом» называется. Вот. Сейчас я даже это... Ну ладно. Это делает сибирский какой-то отдел из Москвы, он в Москве находится. И вот я увидел красные Евангелия такие, как раз вот у вас, которые были там с крестом православным таким, вот такие яркие, красные, хорошие. И вот такие книги они рассылают всем желающим принять в этой участие, в этом участие и раздавать эти Евангелия, ну, везде, где придется, то есть и на улицах, и в магазинах, и там в торговых центрах. Но то есть тот только, кто хочет взять его. То есть они показывают, объясняют, рассказывают коротко. И кто желающий проходит, он может взять. То есть без навязывания, но информацию такую вот как бы. И вот в Татарии тоже такая. В Татарии, вот у нас рядом граничит Татария, Башкирия. Вот. Тоже такая акция идет. И вот, как я понял, это любой желающий может выписать. Они так и пишут свой адрес и говорят, если вы желаете принять в этой акции участие, то напишите нам, и мы вам бесплатно пришлем книги, вот Евангелие, и вы распространять будете. А мы покупали Евангелие, покупали. И мы раздали 30 тысяч. 30 тысяч. В каждый дом заходили, в каждый дом, село со всех сторон. Машины идут двое, и мы вот так баражировали. В каждый дом заносили Евангелие. А потом людей собираем в Дом культуры в 3 часа. Угу. Вот-вот. То есть принять в такой акции тоже неплохое дело, мне кажется. Конечно. Ну, только я говорю, что мы покупали. А так, полноценная она тогда будет. Ладно. Сам Сибирский Благовестник, по-моему, они называются. А я думал, это организация от вас идет. А потом-то прочитал, там город Москва написано. Да. А мы ни с кем не сотрудничаем здесь. Потому что они не знают и не хотят. Вот мы едем на Благовестие. Вот сейчас мы готовим отправку груза только. 4 тонны литературы нашей лишней. У нас, которые акцию мы проводим, нас там мало, но нас на пальцах пересчитать, было бы в община большая или что-то. Но вот за 2 года только мы подарили на 7 150 000. Вот и все. Да, да, это большой объем, действительно. Так у нас приезжало библейское общество, и мы у них в течение года вышли на первое место, он говорит, по жертве, которую мы делали. Мы всегда 6-значные цифры собирали. С маленькой общины, совершенно маленькая. Там работоспособных, я не знаю, 20 человек есть, нет. Основные пенсионеры. Ясно. Ну вот, Игнатий Тихонович, у меня все. Вот так я коротко вышел на связь. А я вот Володю вижу. Вы говорили, что он уедет в лагерь. Он еще не уехал? Я не отпустил его пока, потому что холодная погода, там делать нечего. А здесь он нужен. Нужен каждый день. Мы то дрова пилим, то книги тут сортируем, перевязываем, подписываем, готовим. Потому что там будет некогда этим заниматься. Не забывай, да, что 2 числа мы в консульство Великобритании должны быть на собеседование, чтобы Господь расположил их сердца. Это 2 мая, значит. 2 мая. А вот дальше уже, ну, дадут, не дадут, мы не знаем. Теперь ехать-ехать через Украину, но мы транзитом идем. Там закон какой-то вышел, не запускать от 16 до 60 лет. То есть одного меня пропустят. А, вот, кстати, да, вот эту информацию я вам тоже хотел сказать. У меня там знакомая Оксана Стрелкова в Украину. Ну, она из Кирова, сама русская она, из Кирова уехала туда еще до этих событий, до Майдана. И там у нее просто по наследству дом какой-то там оставался. И она вот эти вот вопросы решала, а потом нашла мужа там гражданского и там живет. И вот так ездит то туда, то сюда, а здесь квартиру она детям, в общем, они подросли, женились, там замуж вышли тоже. И она, ей приходится туда-сюда ездить, постоянно через границу, там какой-то определенные дни, сколько-то ты дней пробыл, надо опять брать визу, опять разрешение, так как она иностранкой является. И я у нее тоже спросил, я говорю, как у вас обстановка сейчас? Как там на Украине проехать, можно ли, чего? Она те же самые слова сказала, говорит,
с 18 или там 16 до 60 лет никаких мужчин не пропускают. Ни верующих, там книги или что ли они везут. Очень строго. Говорит, нам, женщинам, уже тяжело стало вот с этими пропускными режимами ехать. Я говорю, ну они транзитом едут. Я говорю, им просто проехать, говорю, дальше надо. Да. Она говорит, не знаю, очень трудное положение. Очень Но она не знает, иначе тогда вообще-то ни в Болгарию никуда не попасть. Это уже международное дело. Она нам, Украина-то, на пути просто стоит. Мы, да, в, один, да. мы в один день ее прошмыгнем, и все. 1000 километров позади. Ну да, но будем молиться. Будем молиться. Ну, если ничего нет, до свидания. Все, спаси Господи, спаси Христос. Так, как там ваш этот друг-то татарин? А он пока переваривает, он пока еще это все. Угу. Пока. Ну, ничего, он это остался доволен знакомством и вот той беседой. Остался доволен очень. Хорошо, такое. До свидания. С Богом. Всего доброго. Спаси Всем большой поклон. С праздником. Христос воскресе. Воистину воскресе. Воистину воскресе. Спаси Господи. Слава спаси Христу. Христос. Аллилуйя. 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 Ну что? Давай.